себе. Все як бачите. Було безпечно? Безпечно. Так. Свідетелі. Свідків немає. Свідків немає. Що случилось, дружище? Що случилось? Що? Ти мене слышиш? Тузик. Проверяю на предмет. Пробігаємо, хлопці, потрібно різати різи. Потрібно все, все робимо. Фіксируй голову, осматривай наружне кровотечення. Є, нету. Что? Какой тузик? Так, дыхание. Пожалуйста, делайте полосы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Пять раз. Пять раз. Пульс. Центральный чувствуете? Больше 100. Больше 100. Периферия? Отсутствует. Отсутствует. Капиллярный. Раз, два, три, четыре, пять. Больше двух раз, секунд. Раз, два, больше двух секунд. Что, как вижу? Как видите. Да, как видите. Хорошо, ну так, что у нас? Я прошу аккуратно, это живой человек. Да, конечно. Ножницы и все остальное. Конечно, очень. Я их взял к себе, да. Так, что там у нас? Хорошо. Значит, так. Живот. Голова, дыхание в сознании, разговаривать. По шкале АВПУ. Реагирует на боль. Реагирует на боль. П. Так, по шкале Комглазга в сопоре. Женя, живот. Так. Начинаю осмотр. Сколько баллов по шкале Глазга вы поставите? По шкале Глазга. Вы будете спрашивать или сами поставить? Сам поставлю. Сам. Да, хорошо. По шкале Комглазга 10 баллов. Угу. Так. Так, это есть. Это есть. Так, начинаю осмотр. Так, так, измеряем артериальное давление. Меряем, все, делаем. Делаем, что ребята, это реальные. Переходи сюда. Измеряем артериальное давление. Пульс. Сатурация, сахар крови. Вперед, вперед. Ваш свет туда не светит. Начинаю осмотр. Куда? Так, голова. Они работают. Кости черепа целые. Сатурация 88. Уши. Чистые. 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 Так, зрачки. Реагируют на свет. Рана. Поверхностная. Поверхностная. Рана на щеке. Поверхностная. Поверхностная. На другой щеке. Поверхностная. Поверхностная. Нос. Целый. Глаза. Реагирует на свет. Рука. Кровотечение. Желок. Чисто. Ротовая полость. Ванные. Чисто. Нет. Чисто. Таких, чтобы там пульсирующие еще. То, что пульсирующих нет, да? Нет. То, что видишь. Хорошо. Шея посетела. Так. Шейные вены запавшие. Грудная клетка. Давление. 70 на 40. 70 на 40 давление. 70 на 40. Подключаем инфузию. Руки. Все полные. Делаем. Устанавливаем. Так. Кислород. 15 литров, 10 литров в минуту. Сколько? Сколько? Кислород. Кислород 15 литров в минуту. Принято, дальше. 10 литров в минуту. Так, ауспультация. Подключаем вену. Две вены. Так. Значит, одну заправляем, вот как положено. Систему полностью. Давай заправлю стрельбу. Так. Ясно-легочный. Целая грудная клетка. Живот. Мягкий, на припадку не реагирует. Так, что на животе? Как видите, рваная рана. Катетер не вскрываем, клеим, но ставим как положено. Хорошо. Сразу. Хорошо. Как видим. Так. Установка в капитальном виде. Обрабатываем мыльным раствором, закрываем рану. Возможно, ставьте. Обрабатываем мыльным раствором. Давайте мыльный раствор. Мыльный раствор. Где мыльный раствор? Давайте. Так. Таз. Целый. Мыло. Целый. Мочеиспускания было, не было. Мыло. Где мыло? Область паха не трогаем. Область паха не трогаем. Так, хорошо. Нижние конечности. Целые. Целые. Вторая. Целая. Целая. Пульсация. По всем правилам присутствует. Пульсация. Да. Слабая присутствует. Ага. Слабая присутствует. Ты зарядил, Ярослав? Так. Верхняя конечность. Визуально как видите? Визуально как видим. Что видим? Браванная рана. Это состоятельная рана. Сюда наложите. Скажите, пожалуйста, а вы катетер сможете так поставить? Раскрываю капитальную вену, но рана не доходит до капитальной. Так, а как можно? Вы вену хорошо видите, да? Визуализация есть? Вена есть? Вены нет, здесь тоже нет. Устанавливаем внутрикостный доступ. Внутрикостный доступ, так. Конечность. Внутрикостный доступ вы ставите? Да, ставим внутрикостный доступ. Хорошо, сейчас. Так, здесь, на этой конечности. Как видите? Так, видим. Угу. Так, здесь посмотрели. Катетер в таком положении можно поставить? Установка венозного доступа на предплечье. Да, я сказал, что возможно. Устанавливаем на предплечье венозный доступ. Так, поставили, да? Все, есть, дальше. Да. Все, так. Начинаем инфузию болюс 500 мл. 500 мл. Я не включу, а просто вот. Да, нормально, нормально. Вы его будете держать, да, вот так вот? Вы держите флакон туда. Накачаем уже. Так, внутрикостный доступ. Устанавливаем второй венозный доступ на правой руке. Делайте. Возможен второй на правой руке? Устанавливаем. Возможен доступ.
Так что вы делаете, внутрикосно или да, что? Да, внутрикосно ставим. Хорошо. Ну покажите нам. Точка введения. Покажите. Бугристость. Сатурация 2 сантиметра. Раз, 96. Куда? Медиальный и ниже до нас бугристости. И куда дальше? Ну, медиальный точнее. Так. И вот так оставим. В большую берцовую кость. Вот, вот большой бугристость и большую берцовую кость. Обработали, установили, прижали. Болит. Жалуется, что болит. Выдернули так. Чеку, надавили. Максим. Выстрелили. Да. Так. Выстрелили. Да, достали шприц. Достали. Перекрой. 90 на 60. Достали. 90 на 60 на лучевой артерии. На периферии. Слабый. И убирали. Вводим кетамин 20 миллиграмм на приемно. Ничего не получили. Хорошо. Ничего не получили. Максим, вводим кетамин 20 миллиграмм на приемно. Так, ничего не получили. Максим. Вводим физиологический раствор. Вы не вводите, не получается у вас. Женя, наложите асептическую повязку и установите второй венозный доступ на правой руке. Максимально возможно диаметр 16 джей. Второй венозный доступ. Нам буду вскрывать. Что это? Кетамин. Кетамин 20 миллиграмм внутривенно. Угу. Эту ампулу рядом положить, физиологию вскрыть, набрать шприц и как положено. Хорошо. Держись, 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 мы тебе поможем. Бин. Что с первым? Второй венозный доступ устанавливаем, Женя, на правой да, руке. Устанавливаем, остальное место. Спокойно, спокойно. Витамин с иголками, смотрим аккуратно. Что здесь находится? Фильтр вожу. Подождите, что там? Кетамин. 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 Я не ви... Это ампула кетамина, я не видел разводения. Вы водите было, так, было, чистый? Было. Не было, я спрашиваю. Они положили, это взяли вместо кетамина. Здесь нет, чистый вот кетамин. Я взял вместо кетамина, а это физиология. Секундочку, да. Я сказал, вы вскрываете да, физиологию, я считаю вам кетамин. Следующая ампула была для развода? Да, вот, да, была. Отрываем и набираем. То я вам посчитал вместо кетамина, что вы вскрыли. Остается 2 минуты. Артериальное давление 100 на 60. Подключ... Флакон закончился? Да. Подключаем еще 500 мл болю. Хорошо. Принято. Второй венозный доступ. Говорю, не надо вскрывать, ребята. Второй венозный доступ закрутили. На плече возможен состоятельно? Таком невозможен, как вы сейчас пытаетесь поставить. Разведение. Сделать? Развел. Куда я вышел? Ввожу фильтр. Вы выливайте, выливайте рядом. Все, засчитано. Дальше. Тестовая салфетка. Достал спиртовую салфетку. Венозный жгут установлен. Возможен венозный доступ? Да, вы сделаете, я скажу. Поставили? Вена визуализируется? Да. Визуализируется. Только я прошу не витязкими иголочками. Проводим да, катетеризацию? Да, есть. Состоятельно? Да. Флакон физраствора 500 мл. Второй заряжать второй не надо, ставим. Просто надо положить систему и флакон. У меня в спине. Зафиксировали. Я оставлю. Артериальное давление после инфузии. Мерите? Я не знаю. Измеряем артериальное давление. Измеряем артериальное давление. Качайте, накачиваем, накачиваем. Устанавливаем. Ставьте, 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 ставьте. Раскрывать? Система. Не надо положить. Все, все, положил. Качаем, 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 чтобы видим. Скажите, пожалуйста, нет, вот здесь капает у вас, да? В таком да. положении, как сейчас есть. Он пропускает лопла, манжетов. Лопла вена, потому что там был жгут. Дальше пошли. Пропускает манжетов, давление. Не можете померить. Понял. Ищите тонометр, дай. Так. Там у нас инфузия пошла? Что у нас по времени? Инфузия пошла. Ребята, осталось 1 минута. Артериальное давление. Ничего не знаю. Работаем реально. Максим, перейди на инфузию. Держи, как... Максим, держи флакон. Женя, сними ту манжету. Да я уже наложил готов... манжету. Все. Накачал, накачал, накачал. Время стоп. Значит, вы спокойно дорабатываете. Здесь 90 на 40. Спокойно собираете, идете дальше, как и до вам, туда еще пациенту занести. Здесь время его закончилось. Понятно.
пистолете положить пациента необходимо так, как положено, обеспечить его безопасность, если вы на щите, то на щите, и эвакуировать его туда. Да. Все ваши манипуляции, которые вы проводите сейчас, за счет не идут. Но безопасность должна быть сохранена, потому что ребенок у вас. Ясно. Доставайте термоодеяло. Коллеги, все свои вещи не забывайте, потому что если забудете, придется возвращаться, это будет плюс время. Да, нормально. Да, почему нормально? Да. Да. Возможно, обучение не забывайте, пожалуйста. А тут время закончилось, да? Да. Коллеги, не забывайте, что время идет. Вы участвуете еще в этапе эстафета. Время идет. Держим его, Руслан, на мой стороне. Взялись? Да, раз, два, три. Да. Осмотрели спину. Спина. Улаживаем. Ниже, подъезжаем, чуть ниже. Раз, два, три. Потянули. Ложим под больного. Инфузия продолжается. Все равно, голова. Вы уже сейчас закиньтесь. Вам тут его под этот момент, его фиксуете, несите. То есть сейчас правильность манипуляции никто не оценивает. Сделайте так, чтобы он не упал на поле и тащите его. Нет, чтобы ему было безопасно. Заберите его, чтобы именно заколола там. Да, да. Да, оно сейчас как бы остановительно было. Это не. Время. Нет, ты же потом отдай доктору. Да ничего же не будет, побежали. Заканчивай. Нет, у Миши. Миша, есть оценка? Оценку мы уже, да, мы уже тут сложили. Подобно. Тихо, стоп. Раз, два, подожди. Раз, два, три. Так точно. Побежали. А не надо, бежим.